Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 301. События дня. Притча Соломона 16:7. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. За 8 октября 2016 года. Сегодняшнее дня. Эпиграф меняем. Приехали. Посвящается всем ушедшим из православной церкви. Ролик такой выставленный. Я православный. И сделал это Михаил Кальмаев. Это тоже будет не один день поставлено. Полезно посмотреть. Вот некоторые не хотят, чтобы назвали фамилии, на них нападают, прямо ищут их изверги рода человеческого. Поэтому под вопросом. Советы мне дают вчера. Вопросы начинайте делать. Вопросы, то есть там тема была 4 месяца назад, а это не день, не два готовилась тема. 50 лет вопросы. Самое ценное, что есть у меня на всех ресурсах, это сайт наш, и там 4124 вопроса и ответа. Я по порядку эти вопросы делал ролики. Это 4000 роликов еще возможно. Если там осталось сколько. Так. А еще нужно сделать небольшой цикл о том, что каждый христианин должен быть благовестником. Если нет этого духа благовестничества, значит нет Духа Святого в человеке. И принуждать себя к этому нужно тоже. Абсолютно правильная мысль подана. Но я на эту тему говорил уже очень много. Если нет благовестия, это не просто пустота, а это излучение, если так выразиться, ложного понимание Евангелия, как будто бы Христос и не приходил, а своими подвигами, кто меньше ел, кто меньше спал, кто совсем не трудился и прочее. Благовестие. И так и говорится, ждите обетованного Духа Святого. Я обещал, доколе обрещетесь силою, и будете мне свидетелями. Вот для чего Дух Святой нужен. Для возрождения и проповеди Евангелия. Оказалось, не так. Где этого нет, еще нет. Подхватили другие люди, не церковные. Будет это. Мы на это будем, может быть, не ролик. Ролик, все, тут уже неоднократно говорили. А миссионерство. Миссионерство, его нельзя создать, ни отдела, ничего. Это чудовищный обман. Это замысел, там, СРУ, кто там, Харвардский. Какой там проект гарвардский, хьюстонский. Заслали сюда Дворкина разложить, натравить друг на друга. Придумать название «тоталитарная секта», ввести. Это все обдумано. Там целые коллективы трудились для того, чтобы внедрить этого человека. И он сделал зло, которое никакие атеистические отделы общества знания не могли сделать за 70 лет. Что он один за 20 лет сделал. Ну, не один. Его поддерживали архиереи, патриарх. Его все поддерживали. То есть, все мозги заморочили. Его создавали миссионерские отделы. Самая хитрая подмена истины сатаной. Отдел нельзя создать. Этого нигде ни в Библии, ни в святых отцах, ни в канонах нету. Проповедь, проповедовать. Это не я Евангелие нести. Проповедь. Хороший, говорит, проповедник был. Кто? Керенский. Ну, начинает перечислять. Фидель Кастро. Самый отличный из них проповедник, который в руках держал буквально все. Это Адольф Гитлер, Шекель, Грубер, Ленин. Это все проповедники своего дьявольского учения, человеконенавистничества. Дворкина можно прямо ставить впереди всех. То есть он сделал по отравлению больше их вместе взятых. Все не такие, кто не с ними. Всем война объявлена, тотальная. Секта, секта, секта. Ничего не знают люди. Ни Евангелия, ни одного стиха не знают. Секта. Вот не по его. Секта. А секта, значит, я обвиняю, что сектант. А я-то не сектант. Нет. А сегодня, понимаете, самая большая секта МП, Московская Патриархия. Пишут везде об этом, что отсеклись от Евангелия. Все выдуманное. Предание. Какие предания, в каком году, кто сказал. Ну так принято, чтобы в церкви свечками торговали, через правое плечо подавали. Каждый год крестные ходы были, ходить надо. Обязательно
как нанотехнология, хоть микрон от святого был, от всех святых, что были мощи от мертвецов, мощам, то есть трупам поклоняться, трупы. Ой, как не любят, когда скажешь, мощи это труп. А что это такое? Трупы, трупы, трупопоклонство. А вы против? Почему? Я поклонюсь и поцелую. У нас тоже мощи, ну не это основа. Не вся мощь в мощах. Ну а как же трупы, говорите? Ну а что такое? Антихрист убьет двух пророков, считайте. А кто, Еноха и Илья? Выше Еноха никого нет. И нет, и два человека взяты на небо. И трупы их бросят на улицу города. Трупы. Если у них трупы, то как там у остальных-то могут быть? У Матроны какой-то, у слепой, у уродивого. Что они вдруг перестали? Трупы. И Христос себя умершего называет трупом. Где труп, там соберутся орлы. Ну, ничего не знают. Секта, секта, секта. И в конце концов обрушилось все сейчас со всего мира буквально. Такие доктора, там, профессора и общество. И показывают, что Дворкин сделал. Наступило время резать кабанщика, как говорят. Дальше Юрий Соболев пишет. Только сегодня увидел ролик. Называется «Я православный» Михаила Кальмаева. «Достойное назидание». Этот ролик, составленный им, без моего ведома, я не знал, из разных моих роликов, взял и составил. Не знал об искушении, что постигло брата Александра. Я нигде его не называл, но все поняли, о ком идет речь. Но есть чувствование, которое нельзя передать словами. И новость касательно брата Александра не удивила, а подтвердила эти смутные мои давние предположения. Не о нем, а конкретно, а вообще бывает такое. И человек рядом, все, а нет доверия. Нет. Вот нет и все. Я молюсь, он рядом, он помощник близкий, доверия нету. Доверия нет, и все время ждешь, что вот он свихнется. И молюсь каждый день, и молюсь в первую очередь о нем. Вчера ролик составили «Выход из запоя». Посмотрим, как люди отреагируют. Из запоя. Пошли на дом, человека одного у нас не стало. Несколько дней на богослужении не было. Пошли, он показывать будет грамоты. И вот вдруг кто-то спросил, пошли три брата. И главное, ну задают вопрос-то не по теме совсем, а когда мать умерла. Все. Он оторвался от них, залез в ящик, его там сатана приковал, ищет документы, когда мать умерла. Какое она отношение имеет к этому? Никакого. Проходит минута, вторая, десятая. Он копается, и нет ничего, уже все стомились. А он стоит, повелся, это ему отдохновение, он оторвался от них, ему не надо беседовать. Они сидят. Зачем вы это сделали? Подошел его за руку, взяли с двух сторон, посадили, садись, брат, давай поговорим. Никаких, он бумажку за бумажкой перебирает, поворачивается, они сидят. И не нужна она, и нашел, и никакой роли она не сыграла, да и не могла сыграть. Мать умерла когда? Да какая разница, когда? Ты один остался. Один. Нехорошая встреча. А какой выход тогда? Выход самый простой, у меня жить. Это уже было года три назад. Он пришел, у меня была мать еще живая, сильно больная. Сестры взяли ее на попечение, ходили за ней, ну, живет в городской квартире. А он у меня был. Договорились вместе вставать и прочее. Мужа чертики начали являться, бесов прямо видит. Ну, горячка уже началась, бесовщина. И вышел, и все, три года в рот не брал. Но я уехал в Потеряевку, он тут сразу закуролесил. То есть у него страх был, и он очень близкий мне. Я уезжаю каждый год, доверяю ему, ну, куда лезешь? Доверяю ему голубей. А тут приезжаю, одна мекина у голубей. Хорошо, что я приехал раньше срока на три дня. Все голуби погибли бы. Он даже не думает об этих голубях. Нужны они ему уже. Все. Дошел до ручки. И вот это тоже ролик. Это тоже событие. События дня. Сходили к нему на дом, побеседовали. Этот ролик будет дня через три примерно. Думаю так. Готов. Вот об, относительно брата Александра. Я не уверен, что он серьезно это все. Ну нет, никак. Ну кого слушать там? Ну-ка, слушай, ты балуешься? Нехорошо там, сбивает этот. Ее надо закрыть лучше, она прям сбивает. Ну ладно, я сейчас закрою ее. Все, так. Маленький, балуется. Ой. Пишет скрынник. Мир вам, Игнатий Тихонович. Я просмотрела ролики Сергея с Евгением Потеминым.
Создалось впечатление, что он находится под воздействием сатаны. Все его слова, движения, как будто сатана его, как марионетку, за ниточку держит. Мне так неприятно на него смотреть. Или я заблуждаюсь, подскажите. Он про Троицу говорит, что за уродливый Бог у вас? А он в какого Бога верит, не пойму. Вот. Это там трудно, конечно, знаки препинания, но примерно вот так поставить. А Александр что говорит? Непонятно, как он сам себя причастить может. Причастие же таинство. Я так понимаю, эти люди сейчас в опасном положении. Ну ладно, этот Евгений. А Александр, он же ваш и Сергей брат во Христе. Я отвечаю, ты правильно рассуждаешь здесь. Абсолютно правильно. Видите, сатана подошел через человека, смущение против и прочее. А почему? Да, и нет крепости, не было крепости, так и осталось. Не было своей крепости. И по нашим ресурсам немножко пройтись. Вот, сейчас я покажу. Это что такое? Вопрос. О церкви. Доброе утро. Ну, тут что-то Василий Казан. Ну, это почта. Покажу мой мир. Мне очень нравится эта система. Можно поздравлять с днем рождения. Но раньше она была. Цены нету. Несколько щелчков и 10 тысяч человек могли получить 5 тысяч знаков. 12 фотографий. Но, видимо, пакости много было. Запретили власти. И они сейчас надо вручную. А вручную уже не так. И все равно считаю, лучше контактов, лучше одноклассников. Уж не говорю, Facebook, Twitter. У меня везде страницы есть. Живой журнал есть. Я не бываю. Все работают модераторы. Программисты. Я занимаюсь только своими ресурсами. Вот. Это вот мой мир. Вот у меня здесь видео. Видео 3623. Ну, а будет больше. Будет больше. Сейчас я подскажу некоторые данные. Вчера я тут первый день как приехал. Первый день. И начал только работать. И что у нас получается? Приблизительно, потому что техника, видимо, считает до 3000. Дальше она не выдает. То ли не может, то ли что. Перестала выдавать. Сколько на видеоканале не показывает она роликов. Но я веду свой подсчет, там отмечаю, потом вручную. У нас 5763 ролика. 5763. Вот. За это время, за вот это лето, у нас было. Кажется, 80 роликов появилось за лето, за 4 месяца. Очень богатый был материал. Простые вопросы, то есть мы никого не трогали, сами свою жизнь, людям нравится сельская жизнь в труде. Вот. Повторяю, что сегодня у нас, ну тут много плейлистов, много, и по ним легко искать. 5763 видео у нас на нашем канале. Вот у нас здесь православный форум «Во свете Библии». Все «Во свете Библии» открытым оком, название такое. А это вот наш видеоканал богатый. Тут теперь некоторые данные я даже не знаю, как. У нас подписчиков 5054 и просмотров 4 035 117. То есть кое-кто приходит, посещает. Нас занесли в средства массовой информации, их правила. Если посещение, вот столько-то тысяч, столько-то подписчиков, больше 3000, ну у нас 5000. Вот, стараемся. Сегодня я поставил 7 роликов, 7 за раз. Сейчас пока говорил, сколько, 7 просмотров, 1. Укус пчелы, вот, 14. За это время, это минуты прошли, уже 27 минут.
воскресный день. И самое большое, как называют, тяжеловесное, это «Во свете Библии». 50 книг моим голосом начитано здесь, аудио «Во свете Библии». Вот. Здесь 4124 ответа по темам, 55 тем. Вот спрашивают о мусульманстве, я сразу раз показал, вот и заходи. Ну вот мусульманство, тебя интересует, вот нахожу 27 номер, 27 папка. Дальше пошли вопросы. В каком томе, какая страница? Вот. Почему Бог допустил такое сильное противостояние ислама и Евангелию, в результате чего навеки гибнут миллионы людей? Вот. От вопрос 2300, не вижу там, 2320 в 10 томе книги «Мои открытым оком». Вот так на него нажал только, сразу идет ответ. Вот. Жирным курсивом это означает «из Библии взято». Дальше. Все ответы даются на основании всей Библии с неканоническими книгами, на основании всех канонов, книга правил, на основании всех житий и на основании трудов святых отцов. Четыре параметра. Четыре. Вот. Вот это есть. Ну, какой ответ дается? Ответ. Второзаконие 29:29. Скрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Вот. Этот же вопрос задавали пророки об Израиле, оказавшегося в окружении злых язычников. И их безумные учения изничтожали веру отцов. Для того, чтобы было на ком и где показать твое благочестие, чтобы было место борьбы. А те, кто соблазнен злым учением, они и без этого ислама пали бы так, как Адам в раю. Так толкует Златоуст. Второзаконие 32:51. Они раздражили меня не Богом, суетами своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Судьи 3:1-4. Вот те народы, которые оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян. Они были оставлены, чтобы искупить и искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедовал отцам их через Моисея. Вот и все. Там забудем мусульмане, ИГИЛ, ну, все другое. Но одно, посмотрим, где явно они лучше нас. Я не то что хвалю, меня за это ты сам как мусульманин хвалишь их. Я говорю так, православие, ну что сравнивать-то? Ну сравните целомудрие женщин, до замужества, как они их сохраняют, и православных, как небо от земли. Но если целомудрие взять 100%, ну это, то у нас-то может быть 1% где-то у кого-то, а остальное это голые ходят, сверкают неподобным местом, и все. И они как? Какая красота! Я даже мог бы попутно, некоторые не видели, может быть у меня тут сохранилось, я даже не знаю, фото. Библия, вопрос, автозапись, фото из интернета. Так. Сейчас, минутку, Сергей. Мусульмане. Где-то тут вроде была она, Коломанена. Да. Вот она. Нашел. Ну, это кого? Ну, посмотрите. Фотография одна, а то у меня много тут фотографий-то. Вот они где-то у ручья. Мусульманки, как будто из нашей общины вышли. Ну, посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Как они одеты, голову покрыты. И здесь все без покрова. Даже православные, дореволюционные снимки, все до одной из директрисы. У меня снимки есть. Директриса умерла, за ней сестра наша ухаживала. Целые пачки, я по музеям разнес. Все до одной без платка, и среди них батюшка сидит. Вот она, пожалуйста, ее никто не видел. Это готовые христианки. И где у ручья? Чистенькие, какие они сидят все, показать. Ни одной здесь нету. Все они до бракосочетания блюдутся.
сохраняет девство. А если не так, ее убьют по Ветхому Завету. И она знает, грозит смерть, ее охраняют. Даже на пляже придумали одежду, она в одежде купается, через которую вода свободно проходит. За забором охраняют женщины полицейские, что близко нет ни мужчины, никого никто не снимет. Вот как. Доброе. Ну, еще один раз запомните. Я назвал женщину у ручья мусульманки. Мусульманки, вот, пожалуйста. И дальше. И все же главная вина за возникновение ислама на монахах, на этом антиевангельском учении, прятаться в пустыне от людей. На 6 столетий, возникнув раньше ислама, христианство и этих в арабских странах совершенно ничего не сделало, чтобы проповедь о Христе тех людей обратить от многобожия к истинному Богу и Иегове. И по одному там месте, на этом месте, пришел Магомед, Мухаммад. Дальше я беру книгу «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества» Сидорова. «Православное монашество и аскетика в исследовании и памятниках». А. И. Сидоров. Москва. Паломник. 542 страницы в книге. 6000 экземпляров. Страница 524. Написано. Кавычки открыты. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, там Макарий египетский, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого, продолжительного действия на народонаселение. Глубокого и продолжительного. Египет скоро отпал от православия, и потом под владычеством аравитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. Что еще доказывать? Ушли, пришли другие. Это 2 миллиарда мусульман, были бы 2 миллиарда православных. Да еще вот такие они ревностные, как пишет Андрей Кураев, религиозно талантливые. Я все часто думал, вот они говорят, а что самое лучшее вам нравится в мусульманстве? Ну, на первом месте это намаз. Пятикратный намаз, чудо Божье. А так как раз в укор православному. Нету вообще. Православный пришел, курит, вышел во дворе, ничего не знает, Евангелие в руках не держал. Но он знает, он не сектант. Он к батюшке ходит. И он грехи отпускает каждый, одни и те же. Он блудит и ничего не будет. Почему? Поп, он отпустит все. Никакой эпитемии нету. Это же разврат. Дохлое общество. Скотомогильник сделали. К погибшим овцам Израиля пришел Христос. Погибшие овцы православия. Есть о чем подумать. 5 раз. Ну, это народ такой. Во в плен попал. Принял мусульманство. Приехал в Россию на побывку здесь. И все время 5 раз молится. Сидит за столом. По часам смотрит, вот у меня намаз, говорит, сейчас совершает. Взял твой коврик там, дастархан, как говорится, и пошел холм. Это все в интернете стоит. 5. Вот мы дома, у нас 118 псалом, 164 стих. 7-кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Суды, когда Бог судит, карает, бьет, взрывает. Бог судит. И за это надо 7 раз в день прославлять. 7, не 5. Мусульмане, когда узнали, это у вас 7 раз. Они интересные такие люди. Мусульмане. Мы ездили, 6 мусульманских республик прошли, Турцию. Мы прошли не просто с проповедью, проповедь любой, а благовестие о Христе. Благая весть с неба. И мы были там, где многие не бывали. Прошли с миссией. Настоящее миссионерское дело, доверие Богу. Вот находимся в Махачкале. Прекрасно нас принимает мужчина-библиотекарь. Мужчина, потому что люди приходят, и директор, представьте, и мы проходим по лестнице, стрелка, комната для намаза, еще дальше, комната для молитвы по-русски. Ну, может, не все знают арабский язык. Мы поговорили с ним, ну что, я говорю, а можно зайти там помолиться? Ну, пожалуйста, он тоже дал знак. Мы пришли, открыто все, мы разулись по всем правилам, и дальше совершили молитву Царю Небесной, да Отче наш прочитали, помолились за страну Махачкале, потом этот Саид, Амир, там все это, Саидов будут арестованы, там такие дела, убийства священников.
Вот у нас хорошие отношения с мусульманами. В Баку, Азербайджан, мы ночевали в доме у Муллы. У Муллы и беседа записана. Его прекрасная жена Самира Тагиева. Два высших образования, 4 языка знает. Он говорит, а я на 6 языках разговариваю. Сам грузин. Вот как. Муслюм или как его там звать. И дальше. Дальше стихотворение. Дыра космическая. Вот как. Пожалуйста. И дальше вот сколько вопросов по мусульманам, которые задают. Вот. Как работать с ними? Это 18-й том у меня посвященный. Я разбираю все суры и аяты до одной в сравнении с Библией, не нападая. В моей практике я нигде не поминаю, стараюсь, ну, когда уже показать, кто Аллах, мусульманство, Коран, Мухаммад, вернее, мусульманство. Это ничего не дает. Я проповедник Евангелия, благовестник и миссионер. Я им несу святое слово. Миссия заключается в том, что тебя ведет Господь, тебе открывает, надо беседовать или не надо, что сказать, в каком месте, когда. Это все открывает Дух Святой. Что в Дворкина найдете, он на это не претендует, там и нет еще, вот оно все идет. Так это одно. Вот смотрите, допустим, евреи, вот я открываю, евреи, ткнул. Вот они, смотрите, сколько. В каком томе, вот оно. 3 тома посвящено этому. Это по еврейскому вопросу, которые вопросы мне задавали в университетах, в школах, в милиции. Я вел 3 радиопрограммы, по радиопрограммам в Америке был, ездил, «Голос Америки» выступал. Вопросы еврейские везде. Почему евреи захватили все? Почему им отдали все богатство? То есть вопрос, я ни одного вопроса не оставил без ответа, ни одного, повторяю. Вот это все дальше и дальше идет. Вот, если непонятно... Я повторю, да и по еврейскому вопросу я отвечаю 176 вопросов, вообразите. И вопросы какие. Разбираю весь Коран в сравнении с Библией. Так, мусульманская, по сурам аятам, весь там. А там Талмуд, 3 тома у евреев. 3, а их 12 томов. И разбираю 12 томов. Не 3. Вот как. Во свете Библии. События дня конкретно прошедшего. Вчера ребята наши, Виктор с Володей, ходили в городе, купили одну плиту. В деревне там плит нету. 2 дома ремонтируем. Мы готовимся на лето. Лагеря больше нету. Теперь только по домам дети, как в гостях и далее. Поэтому большая работа. Заброшенные дома перекупили. Теперь они наши. Наши люди там прописаны. И вот уже подвели электричество, теперь плиты купить. Все, трубы, все дымоходы прочистили, и в обоих русские печи, можно печь хлеб, продукты я буду поставлять, как всегда. Но остальное я отошел полностью, совершенно. Меня там нету нигде. Я занимаюсь своими делами, дороги, пруды, общение, общественность и прочее. Вчера уже тут снежок, так падает. Провел ревизию на голубятни, вот, лишних убрал, на зиму остается 20 с лишним голубей, это у меня здесь голубятня, и там в Потеряевке на первой, большая такая, как каланча, первая голубятня, на ней где-то 15, и на этой тоже 20, ну 15 тоже может с чем-то, вот считай, 20, 20, 40, 55 голубей у меня в зиму, в трех голубятнях. Да это лишнее. Ну, лишнее, не лишнее. Ну, я привык так. На зиму возьму парочку в избе, буду держать. Они воркуют утрами. Я бы и курочек держал. Ну, негде просто. А голуби, они нормально ведут. Пускай они тут будут летать по комнате. Вот, все, вчера мы подготавливаем уже к сегодняшнему собранию. Служба вечерняя с 4 это новинка. Даже тут один опоздал человек, не знал. То есть такие маленькие дела, но с 10-го, завтра будет 10-е у нас понедельник, начнут собеседы, уже несколько было, беседы по скайпу. Многие просятся свои вопросы решить, мне отвечать некогда, только по скайпу и утреннее вот это событие дня. Вот, уже более 300 и так далее. Ну все на этом.
Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спаси, Христос. Снимал сегодня Виктор Николаевич Савченко. Вот всегда мы показываем Слово Божие живо и действенно. Заканчиваем одним. Часы стоят, батареек еще не взяли. Ну и так далее.